Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, помилуй. Господи,
Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Господи, 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 Господи, прости. Помоги мне, Господи. Зрение спасти. Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыгов.